Патруль выходит на улицы Полог в 8 часов утра. Сначала построение и инструктаж в районном отделе внутренних дел, затем дежурство. Сводный наряд проверяет документы, беседует со всеми, кто вызывает подозрения. Молодой человек, подождите сюда, пожалуйста. С вами разговаривает представитель правопорядка. Вы Да мы не нашим не вот эти Не, ну вы отковывает? Нет. Ну, так выйдите адекватно. Решение усилить милицейский патруль приняли на заседании районного штаба обороны. Помочь правоохранителям взялись Пологовская самооборона, Казацкий курень и общественная организация «Город». На данный час несут службу в місті Пологи. Це громадські формування, казаки та самооборона. Згідно графіку щоденно вони заступають по 12 часов, чергують по місту Пологи. Эффект от такого правоохранительного тандема уже дает свои результаты. Снизился уровень преступности на улицах города, ведется профилактика правонарушений. Довольны сотрудничеством и в местной самообороне. По крайней мере, как уже начали дежурить, это уже мы 2 недели, вот, намного больше стало в городе порядка, даже люди благодарят, вот, что да, действительно, хоть немножко мы увидели, что что-то сдвинулось мертвым. Совместные патрули недавно перешли на круглосуточную охрану общественного порядка. Поддерживают пешие наряды, патрульные автомобили, милиции. Полученный опыт хотят передать в районы.